Хозяюшки, меня зовут Ирина, и я рада приветствовать вас на канале о ведении домашнего хозяйства. Сегодня небольшое внеплановое видео, поэтому я как-то не очень красилась, не очень готовилась. Я сейчас разбираю просто свой шкаф и решила вам показать, как я все-таки упаковываю вещи в вакуумные пакеты, потому что вы меня частенько спрашиваете, как я это делаю, и просили, чтобы я показала. Ну вот как раз сейчас представился случай, показываю. Итак, давайте я вам расскажу сначала. Я вам покажу сейчас несколько видов вакуумных пакетов, которые использую я. Во-первых, это вот такие вот Handy Home вакуумные пакеты. Я их заказывала в магазине Enter. Я думаю, всем нам знаком магазин Enter. Если я найду их там, я попытаюсь оставить ссылочку под этим видео. Это пакеты очень огромные. Они размера 70 на 145 сантиметров. То есть они просто огроменные. Они подходят очень хорошо для упаковки одеял и всяких вот подушек. То есть всего-всего-всего крупногабаритного. Точно так же в эти пакеты можно упаковывать пледы, в общем, ну, все, что вам угодно, все, что очень много места занимает и не помещается в ваших шкафах. Точно такой же пакет, точно такой же фирмы я, опять же, заказывала в магазине Enter, тоже Handy Home, и он у меня уже размера 90 на 120, это чуть поменьше. Именно в такие пакеты я часто упаковываю пуховики, то есть на лето я упаковываю пуховики. Но сейчас я их как раз достала, поэтому, собственно говоря, не могу вам в полной мере показать все это дело. Но вот они чуть поменьше, и в них помещаются как раз такие женские пуховики, которые ниже попы и выше колена. То есть вот, ну, вот приблизительно такого размера. Точно так же я туда же кладу в этот же пакет пуховик мужа и курточки такие дутые тоже своей дочки. Но это вот было летом как раз. Эти пакеты, конечно, более дорогие, чем тот пакет, который я вам сейчас покажу. И этот пакет называется Home Collection, и он продается в магазине Fix Price. К сожалению, самый большой размер здесь 50 на 70, то есть больше пакета вы не найдете. То есть это такой более компактный вариант, но я хочу сказать, что хоть и частенько из магазина Fix Price все рвется, ломается и как-то рассыпается, вот эти пакеты, они абсолютно идентичны вот этим пакетам именно по качеству. То есть не пропускают воздух, прекрасно все хранят. И, в общем, в принципе, разницы я не вижу. Единственное, что, конечно, не найдете больших размеров. То есть если вам нужен конкретно большой размер под одеяло, под какие-то, под пледы, то, конечно, нужно искать более, ну, как бы, более крупные, да, и они, соответственно, будут более дорогие. Но если вам нужно упаковать что-то не очень большое, к примеру, детские вещи или вещи просто там летние, зимние, кое-какие, да, это не крупногабаритные, то, в принципе, этих пакетов вам вот с лихвой хватит. Там есть, по-моему, варианты еще меньше, но я не знаю, для чего они там могут понадобиться. И сейчас я вам покажу, как же все-таки я упаковываю вещи в вакуумные пакеты.
Таким образом, вы видите, что ничего сложного в хранении крупногабаритных вещей нет, и, в принципе, то, что упаковывается в вакуумные пакеты, вполне себе хорошо помещается на верхней полке шкафов, и они абсолютно не пылятся, эти вещи, они сохраняют свою форму, то есть, когда вы вынимаете одеяло из вакуумного пакета, когда оно вам нужно, оно становится абсолютно таким же, каким было до упаковки. Точно так же пуховики, все сохраняет свою форму, то есть, просто воздух выкачивается, как только вы открываете этот пакет, он снова набивается в эти пуховики, и пуховики приобретают свою первоначальную форму. То есть лично я их после доставания из пакетов никак не проглаживаю, то есть они абсолютно такие же, какие вот были до того, как я их упаковала. Ну, в принципе, я не знаю, смотря, наверное, какой материал, да, у вас, то есть, возможно, они будут требовать какой-то обработки, может быть, пара, может быть, как-то еще, но вот у меня такой проблемы нет. Поэтому вакуумный пакет для меня просто спасение, и я их нашла, вот именно такую идею нашла не так давно, и мне кажется, что именно эта идея очень хорошо подойдет для хозяек, которые обитают в маленьких квартирках, да, то есть, когда у вас нет возможности хранить все одеяла там в каком-то отведенном строго для этого шкафу, то есть, когда вам нужно компактно все разложить по полочкам. Я надеюсь, что видео было для вас интересным, полезным, и увидимся в моих следующих видео. Пока!